Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа. Сегодня у нас 27 мая 2019 года. И я снова на море, в районе пляжа Кристалл. Ну вот это вот у нас София пляж, а это вот Приазовец, вот где флажки. Но здесь еще ни навесов, ничего, ни вышек. Это детский лагерь. И, видимо, дети приедут, конечно, позже, в июне. Вот. В Софии тоже почему-то никого нету. Обычно тоже огораживают. Вот. Вот Кристалл, вот там, где такие бирюзовые зонты сложены. Это Кристалл, и там уже люди отдыхают, купаются. Вообще, сегодня вот впервые за все время, что я приезжал на море, наконец-то такая по-настоящему летняя погода. И когда приезжаешь, и когда жарко, хочется сразу вот действительно искупаться, зайти в эту воду. Вода, кстати, сегодня очень хорошая. Вот помните же, я когда приезжал несколько дней назад и поражался, что выбросила очень много камней. Весь берег, вот начиная отсюда и до самой жемчужины России, был в этой камке, вид был неприглядный. Но вот, слава богу, море, оно такое, оно и выбрасывает водоросли, и потом их само же смывает. Может быть, это, кстати, и коммунальщики поработали, но что-то верится с трудом, потому что я бы так сказал, так качественно, как убрало эту комку само море, коммунальщики не убирают. Вот, это уже мной подмечено. Ну вот, рабочие вот этого лагеря Приазовец несут вышку, вот они там ее установят потом. Сейчас там буйки установили, красные буйки нынче. Вот, и там вышка будет стоять. Обычно там в районе вышки и я тоже купаюсь. Спасательная лодка стоит. Вообще там вот, где я сейчас проходил, там уже, кстати, зазывают людей, детей прокатиться на бананах. На двух пляжах достаточно громко музыка. Прямо там динамики так два задрали, и вот они там уже что-то гонят, какую-то иностранщину. Вот, это вот, лично мне это не нравится. И я думаю, люди, которые там отдыхают, ну приятнее же вот сейчас здесь, смотрите, слушать просто шум прибоя. Ну это здорово. Море, тишина, какие-то там крики детей, окрики матерей, в общем, реплики. Ну, это вот нормальный такой фон. Вот, но когда все, вот этот нормальную атмосферу пляжа забивает какая-нибудь музыка, которая там басы бум-бум-бум бьют, да еще там что-нибудь орут, как этот поет, кто там, Юрий Висбор, как будто бы перед концом света, что у него там в песне такое есть. Вот. Ну, а здесь вот нормальная обстановка, очень хорошая. Здесь вот под этим навесом тень такая, поэтому можно здесь расположиться, пока хозяева тут этих пансионатов не огородили все. Ну, в общем-то, здорово, красиво. Сейчас я немножко замолкну и послушаем шум прибоя. А потом я еще буду снимать на свою дисковую камеру Sony. Я сегодня ее зарядил, нашел DVD-RV-диск из своих, так скажем, запасов. И попробую сегодня на нее снять. Ну, сейчас смотрим на море.
Так, я снимаю свою обувь, и надо зайти в воду. Ну, вода, конечно, кажется сейчас очень прохладной, но это всегда так. Вот этот кадр можно потом взять на заставку. Я всегда выбираю это место, потому что здесь, как я сказал, уже детский лагерь, а здесь какой-то оздоровительный пансионат или центр какой-то, ну вот София, я сейчас точно не помню уже. Вот. И поэтому, когда сюда приезжаешь часов в 7 утра, в 8, то здесь никого не бывает, даже в самый пик сезона, потому что детей приводят позже, пока они там подъем, пока там зарядка, завтрак и прочие процедуры. И в этом тоже пансионате тоже. Поэтому здесь вот и купаться, и отдыхать, и расположиться. Тем более вот в это место, оно такое как бы ничье. То есть здесь вот София, здесь уже Приазовец, и такой маленький участок дюн, он вообще никем. Такая нейтральная полоса, поэтому я здесь располагаюсь всегда и смотрю сразу и на Софию, и на Приазовец, и на Кристалл. Вы видео мои эти, конечно, видели много раз. Сейчас я, друзья, покажу вам камеру, на которую я буду снимать, ну, чтобы пробудить ваш интерес. Вы скажете, интересно, что за камера, а как она работает, как она выглядит, какое качество съемки. Вот такая камера. Я думаю, у многих из вас были такие камеры. Они недолго просуществовали, потому что как-то вот эти вот DVD диски, они сразу же, ну, пробыли какое-то время определенное, а потом их стали заменять флеш-картами и все. Теперь они используются, но очень редко. А вот эти вот мини-диски, DVD, которые используются в этой камере, их и вообще трудно найти, вообще их не найдешь. Я вот только в магазинах искал, хорошо у меня самого оставались такие диски. Вот они там уже одну поставили вышку, теперь вторую понесли. Так что лагерь готовится к приезду детей. Ну вот я уже привык к воде. Вода, мне кажется, очень приятной. Такой приятной прохладцы. Машу я сегодня уговаривал. Говорю, Маша, ну поедем на море или пойдем пешком, как ты хочешь. Нет? Вот, пожалуйста, ребенок живет рядом с морем, а море этого ребенка абсолютно не интересует.
нет, когда она приходит на море, это, конечно, все. Тут, конечно, вот если сейчас она здесь бы разулась и побродилась, она же бы полезла бы сразу в воду купаться. Все глубже, 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 ей надо было окунуться, она бы меня обрызгала. И все бы закончилось, конечно, таким полноценным купанием. Вот. Ну, а когда дома сидишь и море только так вот, не чувствуешь, не трогаешь, не ощущаешь его, ну как бы его и нету. Вот. Я вот тоже приехал, и море тоже вот так вот сейчас сразу же прочувствовал, и мне отсюда уходить уже не хочется. Кстати, рабочие нынче устанавливают эту вышку, что-то слишком уж мелко. Потому что обычно, где вышка стояла, там было по горло, ну, по крайней мере, по грудь мне было. Вот. А сейчас что-то вообще, ну, не знаю. Так, ну все, друзья, вот, в общем-то, мой репортаж подошел к концу. Значит, констатируем что? Что погода замечательная, летняя, действительно пора отдыхать и купаться, по моим ощущениям. Вода приятной прохладцы, я думаю, в ней здорово находиться. Песок теплый, берег свободный, море чистое. Что еще надо для отдыха? Поэтому, друзья, смотрите мой канал, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, читайте описание, смотрите видео по конечным заставкам здесь, здесь, здесь и здесь. И всего вам доброго, друзья, до следующих встреч.